Ведьма, пусть ведьма увидит, в каком состоянии его народ. Пусть это увидит. Пусть перед выбором сделает какой-нибудь вывод, решение, чтобы женщины эти не страдали, чтобы дети наши не страдали. Вот мы чего хотим. Пусть они хотя бы краешком глаза посмотрят на своих, на свой народ. Вот чего мы добиваемся. Вот. Чтобы наши права детей наши. Осын біз добиваемся, пусть ельбаслар, чтобы не сидели там в своих креслах дорогих. Ну а чего теперь бояться? Ну а чего теперь? Может, я им витамины куплю? А вот кинжилка формасын бил так кипара. Я права или нет? Я права или нет? Моему ребенку нужна омега-3. Мне нужна квартира. Я 17 лет ждала. Они 20-15 лет ждали. Еще меня без полос меня на обжитие уртен петкенде. Вы откликнулись? Где вы были? Ну почему она сегодня с нами теперь? Почему она теперь сегодня с нами? Женщина, которая погорела квартира, комната. Сверять на здоровье. Если у вас есть 15 квадратных комнат в общежитии, живите там с 5 детьми. У вас же есть крыша над головой? По закону так? У вас же нет. Заходите, по закону, по закону есть улучшение жилищных условий. Заходите. А шкет, почему? Всех, бесполезно. Почему? Но вы боитесь журналистов? Вы боитесь, что кто-то нас увидит? Они уже увидели нас. Там люди, давайте теперь красиво решим это. Вот они, можно же красиво решить. Понятно.